среди рек синих-синих, где в березах земля. Видите эту фотографию? Меня два раза просили. Вот первый раз. Кстати, Женя завалили. А предыдущий, это уже в Яндекс попал предыдущий этот самый... Предыдущий, как он называется, этот самый... Вебинар попал уже в Яндекс. Смотрим дальше, смотрим сюда. Вот это вот, когда мне прислали и говорят, Валерий Кристинович, прокомментируйте. Чего тут комментировать-то? Я же вижу, что это рисунок. Рисунок. Согласны, нет? Или не согласны? А ну как глаз, шучу. Попробуйте не согласиться. Вот. Если не слепой, значит рисунок. Так, смотрим дальше. Ладно, сказал я себе, загляну я, где он там. Мне прислали этот самый, как он называется-то, этот сайт, не сайт, забыл. Я когда заглянул, так, я увидел вот это вот, так. Думаю, ёлки-палки, опять что-то знакомое. Ах ты, это самое, посмотрел внимательно, да? Сейчас попробую понять. 1100 рублей, персик. И он нарисованный опять. Посмотрите, какой внимательно, какая это самая. Ладно, сказал себе, давайте посмотрим. Это же учеба. Я нажал на правую мышку. Копировать нет. Найти в Яндексе. Оно мне часто попадает, сейчас скажу почему. Вот. Значит, этот самый сайт, который очень хочет продать вот эти персики. А этот, видите, как шла? Вот этот раз, а теперь вот это отрезали в левую сторону. Вот не узнает. А компьютер знает. Вот он. Вот. Все знает. Ну сколько? Штук 100 есть? Ну, 80. Ладно. Посмотрели, почему. Ой, боже ты мой. Давайте вернемся к нам, к нашим баранам. Вот эти вот. Я назвал себя архивариусом. Почему? У меня богатый архив. И все это хранится, но это все надо проходить в университетах и институтах. Но пока никакого желания нет. Вот. Вот это вот клоновые подвои. Они выращены не из семечек, а из почек, из этих. Не семечек, не из почек, а из этих, из клеток. Так? Вот. Это есть, смотрите, мелко написано, микроклональное размножение. Это все покойники будущие в России, да? Вот. Но почему я здесь на этом остановился? Дело в том, что мы везде и всюду используем, видите, какие они болезненные, мы используем тупиковые пути. Почему? Будем что угодно делать, но прививать не будем. Прививать хлопотно, прививать надо учиться. Вот студента учат прививать, но я вам потом покажу, как учат. Лучше бы не учили.